Сообщили, сказал главный синоптик, что последние империалисты, скрывавшиеся на далеком острове, испытывали запрещенное мизонное оружие. При испытании произошел взрыв небывалой силы, который уничтожил весь остров и одновременно вызвал пертурбации в атмосфере планеты. Вот почему наша умная машина прогнозов сегодня внезапно предсказала шторм в 12 баллов на Черном море, хотя вчерашний прогноз был благоприятным, воскликнул Евгений Сергеевич. «Взрыв на юге Тихого океана несет с собой страшные ураганы и бури. Нужно срочно спасать людей», — решительно сказал главный синоптик. «Наша летающая станция готова?» Мозг Евгения Сергеевича обожгла страшная мысль. «Корабли! Плавучие детские сады! И там жена Нина, Витя!» Ураган приближается с каждой минутой, а станция еще не оборудована радиоуправлением. «Будем просить разрешения на вылет людей со станции управления погодой». Разрешение на вылет было получено. И вот мимо окна летающей станции погоды уже мчатся высоченные водяные столбы. Они достают до самых облаков. На экране телевизора, установленного на станции, мелькнуло Черноморское побережье. Огромный столб смерча сносил крыши домов, вырывал вековые деревья. Главный синоптик опустил на окна черные стекла. У пульта дежурили лаборанты. Огонь резал глаза даже сквозь черные стекла. Ведь станция излучала мизоны невиданных энергий. Когда, наконец, были выключены мизонные молнии и подняты черные стекла, смерч, как по волшебству, исчез. Летающая станция управления погодой спасла сотни людей. Взрыв на юге Тихого океана, грозивший смертельной опасностью Черноморскому побережью, давал себя знать и в столице. Серая непроглядная слизь ползла по унылому небу. Но столица готовилась к празднику. На улицах чувствовалось необычайное оживление. Москвичи выхватывали друг у друга свежую газету с сообщениями о новых достижениях советской науки. Над городом медленно плыла летающая станция управления погодой. Ликующая столица готовилась к столетию Великого Октября. Это торжество совпало с большой победой советской науки над природой. Когда отец Игоря вышел из летающей станции погоды, сын долго не мог вырваться из его на этот раз особенно крепких объятий. Вечером Евгений Сергеевич включил телевидеофон и вызвал теплоход «Кахетия». С экрана улыбалась жена. А Нина стояла около нее и кричала: «Папа, у нас был такой теплый-теплый дождик!»